так, с токсиком у меня большой облом, потому что там из серверов остались только серверы со скилл-классом от 1 до 7, а у меня скилл-класс 8, поэтому серверы меня отфутболивают. Но у нас тут появился народ на моем любимом сервачке ТДМном. Давайте-ка заценим, что там у нас сегодня за контингент. О. Так, ну это сервачок, на который я сейчас захожу. Там в нем вообще обычно идет. О! Ох ты ж! Они только начали. И, кстати, карта, вот это говоря. Кстати говоря, вот эта карта, по-моему, портирована из Кваки, если я правильно помню. ТДМная карта, вот я не помню только, как она называется. Вот, ну да, присутствовала там такая карта. В принципе, вон чувак есть. Мы можем, в принципе, подключаться, мне кажется. Давайте за зеленых подключимся, у них очков меньше. Вот, это, короче, по сути, режим клан арена. Так. Ага, пинг. Ну, конечно, не сказать, что такой прям шикарный, но... Ай, я туплю. Синие это мои. Я же замену цветов сделал. Я забыл. Ой, что такое? Нет, все-таки пинг высоковатый. Прям чувствуется. Оу! Прям вообще сильно чувствуется. А что это тот чувак ушел? Ой-о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 й. Спокойно. Да, это карта из Кваки. Она еще в третьей Кваке была. Так. Точно помню из набора дополнительных карт. Такая тоже. Ее клан арену. В основном как раз тоже играли эту карту. Но опять же я в упор не вспомню, как эта карта называется. Так, у меня 17 хп. И походу мы с чуваком... О-тё-тё-тё-тё. Один на один остались. Да? Ау! Он меня подсадил на гранату. О, да, потом в Quake Life эта карта, по-моему, тоже была. Матчпоинт. О, в смысле матчпоинт? Почему так быстро? Вы рулсет, что ли, поменяли? А у кого матчпоинт? В смысле? Тим Альфа матчпоинт? Я не понял. А почему у них матчпоинт? А, потому что у них уже 4. Там, по-моему, победа идет, когда разрыв 2 очка. Или что-то в этом роде. Так. Тё-тё-тё-тё-тё. Ну, я, конечно, на самом деле нечестно так завалился. Я надеялся, что тот чувак второй, он подключится тоже. А я зашел и синий ком... Ой, этот... Второй команде перевес создал. Проигрывающий. Так, тё-тё-тё. Блин. Ну да, конечно, с такими... С таким косым аимом я большой перевес создал. Так. Стоп... Хотя нет, в принципе, 115 пинг. Для рефлекса это не так особо страшно. Ну да, один тик чувствуется. Страшно, не страшно, но чувствуется. Ой. Нет, 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 я не буду здесь с рейла шпарить. Я, пожалуй, их просто заспамлю ракетами. Спокойно! Блин, я вот, честно говоря, не знаю эту карту. Она маленькая, но на ней сложно. Капец как. В принципе, можно вот этого забрать сейчас. Ага. Ай, блин, меня забрали. Но я вон того чувака с собой забрал. Все, они его поди... Фак, вы чё? О, молодцы, забрали. 5-5 идем ровно.
Ау, а как я упал? Тихо. Спокойненько. У нас еще есть шанс. Че, мы втроем всех двоих не сделаем? Так, опа-на! Соточку залепил, потом его. О! А, блин, все, ассисты мне засчитали. Я им соточку влепил, потом кто-то их убил. Ну ладно, это все-таки ДДМ же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас меня жопу поджарит. Жестко так поджарит вообще. А-а-а! Жопа. Давайте, они коцаные. Я в вас верю, чуваки. Не, ну эти двое вообще видно, они скилловые. Не сказать, что прям так сильно, но... Скажем так, достаточный средний уровень есть. Так, они остались один на один. Ау! Поровну идем. Ну... Таким макаром у нас долго будет матч продолжаться. Так, так, так. Все очень плохо. Все очень плохо. Ты запарил меня гранатами спамить, честное слово. Блин. Ну, так и они вырвутся. Оу! Да ты запарил. Так, один есть. А, черт! Давайте, жмите его, жмите! Не отходи далеко, жми! Да вы чё? Вдвоём! О, я получил шмотку Droid Head. Капец, пацаны, ну-ка рематч. Нам нужно отыграться. Ну, где? А, 2 секунды еще, давай. Давайте, нам нужно отыграться. Ой-ой-ой. Ой. Вообще дизайн карт хороший довольно-таки. Вот эта плитка, мозаика хорошо смотрится. А я тут не помню, какие текстуры вообще были на этой карте в оригинале. Надо будет как-нибудь зайти поностальгировать. Что такое у меня с Rocket Jump'ами? А, вот, все нормально. Ну, как будто залипаю. А, в принципе, уже начинаем. Раунд начинается в 5, 4, 3, 2, 1. Так. Все, вот, ага. По идее, их можно держать вот в этой... Факт. Вот в этом углу их можно держать, по идее. Ай! Зачем я это сделал, кто мне скажет? А, все, кстати говоря, 3 на 3 нас стало, нормально. Конечно, не лучшая новость для нас, потому что... Походу, команда у нас... Так, одного сняли. А, один на один пошел размен, что не... Совсем нехорошо. Ау! А чё, один был? Охренеть просто. Ау! Я сразу пошел дальнего чувака атаковать, а тут на меня ближний. Так, 2 соточки есть. Фак! Добейте его, он полудохлый. Ну охренеть. Ёлки-палки. По-моему, надо менять карту. Так, соточка пошла. Ага, килл. Отлично. Так, вот этого надо добивать. Он, по-моему, коцанный.
Да чё такое, блин, лаги страшные какие? Вот этот возле стенки коцанный, вот этот коцанный. Ребята, давайте. Ну, одну ракеточку в него. Одну ракеточку. Гранату пустите, что-нибудь. По углам забились, стенку расстреливает. Ну, блин, капец. Все очень плохо. 4-0. Я его с собой забрал. Но все равно у нас 2-1 размен пошел. Ну кто бы сомневался. Блин, это не дело. Так, все, давайте третий матч. Либо, по-моему, нужно карту менять, мне так кажется. Че поменять? Даст 2. О, пошло. Зашибись. О, да, конечно, прикольно то, что вообще вот наличие вот такого легко доступного редактора в игре — это офигенно. Это просто разработчики игру обеспечили картами на 1 000 000 лет вперед. Вот все те карты, которые были в бетке Quake Champions, они практически моментально в Reflex попали уже, их портировали. Ну как портировали, тупо воспроизвели. Тут, в принципе, карты строятся довольно легко, можно даже совместно в режиме реального времени редактировать. Но такая фишка, по-моему, еще из Куба пришла. Ну, я до Рефлекса Co-op Edit видел только в Кубе. Куб, Куб 2. Насчет Red Eclipse не знаю, но, ну, по-моему, там тоже Co-op Edit есть. О, отлично. Стоп, почему? Почему КТФ? Я не понял. Не, здесь не должен быть КТФ. По-моему, здесь ТДМ. Так, и у нас не хватает чувака. Так, ага, все, у нас все на месте, в принципе. Вообще довольно забавно эту мапу в качестве арены использовать. Ой. Давайте, рейди, чуваки, рейди. Да что ж ты такой жирный? Ага, -2. Главное, чтобы то же самое было во время матча. Да, ну ёлки-палки. Давайте рейди, чуваки. Рейди! Вон здесь тоже все этими плитками стилизовали. Ну, кстати, он здесь запрыгивает? А, да, запрыгивает. Тё-тё-тё-тё-тё! Где? Лазер, резак. Говорят, смешать команды. А как мне можно сделать... А, вот, Call Shuffle сделали уже. Давайте. Чё я, кто я, с кем? А все равно 2 с чувака. А, нет, 2 самых лагающих против нас. Окей. Притом у них, по-моему, лаги еще жестче, чем у меня. Ну все, погнали. Так. Эх, знакомые места с КС-очки. Так, -1 пошел. -2 пошел. О! -3 пошел.
И минус 4 пошел. Я что, всю команду завалил? О, они ливнули. Точнее, спеков перешли трое. Наверное, слишком залагали. Тю-тю-тю-тю-тю. Опа! Одному рейл сразу засадил. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Аба! Ты чё там окаянный? Ау, зачем я на гранату полетел? Так, ага, я в жопе. Так, давайте... Как там, спекать? Вот так вот, да? Ага, вот когда за вражеской командой наблюдаешь, не видно ни хелсы, ни ничего. Так. Давайте! Ага, хорошо. Ну, блин, 1-2 он остался. Так, 1-1. Сейчас. Есть шанс. Так, он его тут в этой кишке зажал. Хотя, в принципе, здесь позиция не такая уж и страшная. Путей для отхода много. Оу! Отлично, вообще. Шикарно, я даже сказал. Так, где у нас чуваки ходят? Слышу, слышу. Ага, здесь лишние. Ау! Я сразу же словил рейл. Тё-тё-тё-тё-тё-тё. Так. Так, соточка залетела. Так, в принципе, там чуваки держат их прижатыми. Мне нужно их с этой стороны просто зажимать. Ага. Так, минус 2. И у нас остался... Да что там у меня с пингом-то? Ой, нормально. В принципе, у нас есть все шансы. Я ж говорил, нужно карту сменить. Как говорится, камбэк из рил. Ой, фак. Ну ладно, все равно камбэк из рил. Мы сейчас на Дасте отыграемся за две предыдущие катки. Теть. Аба. Аба. Так. Молосы. Молосы, ничего не скажешь. Так. О, 4 на 4. Нормально. Народ-то прибывает. Только, блин, они все в другой стороне. Опа! Чувак, не ждал такого нежданчика? Соточка так вот зашла. Ай. У меня плохая здесь... Опа, надо его ловить в воздух. Минус 2. Ой-ой-ой. А, вот это вообще жесткий косяк был с моей стороны, то, что я так вот застрял. Я вот просто себя как легчайшую мишень подставил. Ладно, вот за вот этим чуваком понаблюдаем. No more rockets. Ну давай. В принципе, у них из вражеской тимы один остался чувак. Ну все, сейчас его здесь на ланге задавят. О, а он серьезно настроен. Долго выживал. Я же говорил, отыграемся, нужно только карту сменить. Так, ну давайте посмотрим, что нам эти чуваки покажут в следующем матче.